Сегодня в выпуске вы узнаете все результаты турнира UFC Vegas 24, включая исходы поединков Орловского, Романова, Уиттакера и Гастелума, а также все бонусы и официальный анонс нового сезона ТАФ. Погнали! Начался турнир с отмены соглавного события ивента. Горячая дуэль взглядов Драккара Клоза и Джереми Стивенса привела к отмене поединка. Клоза заявил, что после инцидента на взвешивании он на фоне тяжелой весогонки почувствовал себя плохо. Его всю ночь тошнило, была сильная мигрень. И несмотря на то, что врачи пытались ему помочь и спасти бой со Стивенсом, поединок был отменен. UFC планирует перебронировать этот бой на один из ближайших турниров. В первом поединке ивента Тони Грейвейли и Энтони Бирчак выдали чумовой первый раунд, где были и нокдаун Бирчака, и сабмишн, после которого Грейвейли чуть не сдался, но в итоге все закончилось во втором раунде, когда Тони смог нокаутировать Энтони. Остин Хаббард победил единогласным решением дебютанта UFC Дакоту Буша, который, к слову, вышел на бой на коротком уведомлении. Джеральд Мёршат поймал на удушающий прием Барташа Фабински в первом раунде. Это его первая победа после двух поражений подряд. Также Джеральд стал рекордсменом UFC по количеству побед с сабмишеном в среднем дивизионе. У него их теперь 6, а всего за карьеру он одержал приемами или болевыми целых 24 победы. Джессика Пен победила Лупиту Година с раздельным решением. Джессика вернулась после перерыва в выступлениях в 4 года. Также это ее первая победа после трех поражений подряд и первая победа с 2014 года. Поединок Хуана Эспина и Александра Романова был остановлен в третьем раунде из-за запрещенного удара в пах. В результате было принято решение посчитать очки на момент остановки боя, и победу техническим раздельным решением присудили Романову. Луис Пенья победила Алекса Муниза раздельным решением судей. Это уже второе подряд поражение Алекса в промоушене, который еще в прошлом году приходил в UFC непобежденным бойцом. Трейси Кортес победила Джастин Киш раздельным решением. Джейкоб Малкун, полностью контролируя ход боя за счет контроля у сетки и перевода в партер, победил Абдулризака Аль-Хасана единогласным решением и реабилитировался за поражение на 18-й секунде первого раунда в прошлом дебютном для него поединке в UFC. Андрей Орловский в первом раунде заставил понервничать своих поклонников, но Чейз Шерман не смог финишировать Андрея, и в результате по истечении трех раундов победу единогласным решением судьи отдали Орловскому, для которого она стала 20-й в UFC, и по этому показателю он вышел на 4-е место за всю историю промоушена. В главном поединке турнира мы увидели противостояние Роберта Уиттекера и Келвина Гастелума. Поединок проходил в основном в стойке. В результате судьи отдали Уиттекеру все 5 раундов, резюмировав его победу единогласным решением. Израиль Адесаня отреагировал на это твитом: «Хорошая работа, сынок». А Роб заявил в послематчевом интервью, что готов к реваншу и надеется, что бой состоится в сентябре. 50 тысяч долларов в виде бонусов по итогам турнира получили за лучший бой Роберт Уиттекер и Келвин Гастелум, за лучшее выступление Тони Грейвейли и Джеральд Мёршат. По ходу трансляции был официально анонсирован новый сезон шоу ТАФ, тренерами которого станут чемпион полулегкого веса Алекс Волкановский и Брайан Ортега. Первая серия выйдет 1 июня. А на сегодня это все. Напоминаем, что повтор всех поединков турнира вы можете найти прямо сейчас в UFC Fight Pass по ссылке в описании к этому выпуску. Также, если вам понравилось наше видео, поставьте ему лайк. Для нас это очень важно. А если вы еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Всем пока!